Липовую аллею высадили на выходных в парке «Скидские пруды» в рамках традиционной губернаторской акции «Наш лес, посади свое дерево». Под надзором специалистов по озеленению многочисленные участники добавили к парковой растительности почти 50 благородных деревьев высотой под 3 метра. Данная акция в целом сближает, объединяет людей. Сегодня здесь присутствуют в парке «Скидских прудах» и спортсмены, актеры, общественный совет парка, общественность, жители неравнодушные и так далее. То есть сегодня мы вместе, совместно, конечно же, участвуем, общаемся, делимся какими-то советами. Мне, к примеру, рассказали, как правильно производить посадку, как правильно поливать, какие удобрения надо применять, как готовить деревья к зиме для того, чтобы не погибли и так далее. То есть, в принципе, сегодня эта акция еще раз показывает то, что мы сплочены, мы вместе. Среди участников экологической акции – звездная чета Антона и Виктории Макарских. Они отметили, что за 7 лет жизни в Сергиевом Посаде очень полюбили наш город и рады приобщиться к его озеленению. Наше участие в этой прекрасной, несомненно, акции посадки леса идет от инициативы нашего сына, который ходит в секцию дзюдо, и сегодня вот семья дзюдо занимается тем, что сажает деревья. Мало того, что прекрасная акция посадить дерево, вообще это через много лет приходить сюда и понимать, что вот это дерево посажено твоими руками, так еще это, конечно, объединение коллектива, который занимается тем, что мне с детства дорого и важно, это спортом. Коллектив объединенной редакции газеты «Вперед» и ТВР-24 не остался в стороне и тоже посадил свое дерево. В день акции «Наш лес, посади свое дерево» посадки прошли также в Репихове и на поле у западного объезда. В отличие от городского парка, там участники сажали не липы, а маленькие ели. Михаил Зуйков, Антон Коврижных, программа «События».